Два региона Италии готовят референдумы об автономии. Ломбардия и Венето являются двумя самыми богатыми регионами Италии. Два самых богатых региона Италии, Ломбардия и Венето, планируют провести 22 октября референдумы о расширении прав своих автономий. Как сообщает The Local, на референдум вынесут вопрос, сформулированный следующим образом. Хотите ли вы, чтобы ваш регион получил дополнительные формы автономии? При этом ни один из регионов не будет рассматривать вопрос отделения от Италии, а лишь выразит мнение относительно расширения полномочий местных органов власти. Также в провинции Беллуно в пределах Венето запланирован микрореферендум, на котором жители будут решать, хотят ли большей независимости от самого региона. Ломбардия и Венето являются двумя самыми богатыми регионами Италии, которые производят 20% и 10% общего ВВП страны. Каждый из регионов платит в Рим больше, чем получает в инвестициях и услугах. Налогоплательщики в Северной Италии жалуются, что избыточная часть их доходов идет в центральное правительство, которое тратит их в более бедных регионах на юге. В Ломбардии проживает 10 миллионов человек, в Венето – 5 миллионов жителей. Ожидается, что оба региона проголосуют за расширение автономии. Референдумы в этих областях не будут иметь юридической силы. Согласно Конституции Италии, любому региону разрешено выносить такой вопрос на референдум. Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независимость высказались более 90% проголосовавших, однако явка едва превысила 40%. Власти Испании с самого начала предупреждали, что не будут считать результаты этого голосования законными. По материалам сайта news.com.